После серии побед – обидное поражение. Кулагер не смог обыграть на выезде Темиртау. Первая встреча прошла на равных скоростях. Обе команды создали немало опасных моментов. Основное время завершили со счетом 1-1. В овертайме сильнее оказались хозяева льда – темиртаусцы. Во второй игре скакунам повезло еще меньше. В основное время наши хоккеисты потерпели поражение 4-1. После такого результата Кулагер опустился на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, уступив атырауцкому Бейбарысу. Напомню, 6 и 7 октября наша команда сыграет дома на ледовой арене Дворца спорта. Противник Кулагера – столичная команда «Астана». На прошлой неделе скакуны за два дня забили аутсайдеру чемпионата 13 шайб. Смогут ли они повторить свой успех, узнаем уже в эту пятницу и субботу.